Нойс-лагерь. Это мы на территории центральных материальных складов. Нойс-лагерь. 15 февраля 2024 года. Вот здесь и были склады. Вот это один склад в центре. Вот крыша, это также склад был. В ту сторону, если пойдем, там будет въезд ЖД-линии. Сюда входила линия. Там же дорога для автомобильного транспорта. Весовая находится. Мы вот в этом месте делаем, начинаем делать видео. А как раз здесь водоем противопожарного назначения. Вот он в центре. Тут тропиночка идет. Животные натоптали. Тропинок тут много. И вот тут этот водоем. Вот несмотря на то, что зима все-таки, 15 февраля. Ряска, не ряска. Покрыта вода. Здесь ступеньки. Как бы ступеньки можно спуститься было, если при необходимости можно спуститься. Водоем, конечно, это старый. С момента постройки всех этих объектов. Но и лагерь. Небольшой. Он единственный, который сохранился. Водоем в таком состоянии. Вообще один сохранился. Вон там были еще их несколько. Сейчас там ничего нет. Да, огорожено здесь сеткой, чтобы тут животные не падали. Но тут уже есть проломы. За спиной у нас этот водоем. В эту сторону был там забор. И там территория автопарка войсковой части 84-565. Да, там автопарк. Объект автопарка. Мы туда не идем. Нам бы сюда как-то подойти. Тут аллейка, видимо, была деревья. Вот эта аллейка. Мы немного... Ух ты, уже тут солдатики вышли. Вот они. Зима. 15 февраля. Уж не видно. Вот они тут хорошо себя чувствуют. Эти жучки. У них, наверное, по-другому как-то название есть официально. Ну, в детстве называли солдатики. Как потеплеет, на солнышке они уже были. Выходили, горелись. Вот этот водоем с другого ракурса. Вон там ступеньки. Мы сегодня до обеда были на территории складов, артскладов 20-й армии. А вот после обеденное время, сейчас уже Наверное, точно 15 часов 30 минут. После обеденное время мы в Нойс-лагерь. Здесь мы были пару лет назад. Была листва. Плохо, что было видно сейчас. Тут сильно не рассмотришься. Но можно сориентироваться. Потому как все потихонечку меняется. Да, и потихоньку к этому объекту, который в кадре. Это один из складов.
легкая конструкция. Предполагаю, что это он относился к строителям, войсковой части строителей. Вот здесь, вдоль забора, вдоль этого объекта, была ЖД-линия. Проходила. Сейчас нет, конечно. Вот это прямо. Также один из складов, только его засыпали. Засыпали его грунтом. Не стали его ломать. И вот так уже дальше ничего нет. До прачечной и далее туда. Ни одного объекта. Да, мы уже сориентировались. Вот здесь ЖД-линия. Понятно, что транспортное средство. Как нам выйти? Или зайти? Вот так пойдем. Там где-то пролом должен быть. Да, вот это осталось вот тут за этим, за этими кучами, там как раз водоем. Вот сюда пошли. Пошли. Вагоник. Вот уже соцветие. Божья коровка. Ну-ка, сейчас перчатки сниму. По-моему, божья коровка там ползает. Точно это она. Вот зима. Зима еще не кончилась, но дело к тому. Соцветие на гоне, и там как раз божья коровка. Надо же. Да, сейчас времени, я уже сказал, 10 градусов тепла, если не 11, пасмурно, мы сюда зашли в пролом этот. Вот мы в этом объекте, склад. То ли уголь тут был, то ли какой-то стройматериал. Ну, вот здесь прям ресторан. Тут кто-то отдыхал. Вот здесь выходим. В этот пролом. А это вот. Это же от транспортерной ленты каток. Наверное. Вышли. Вот здесь площадка, забор. И вот этот объект, который закопанный. Склад. Был склад. Вот это был склад белого кирпича, силикатного кирпича. Свежая постройка была. Ну, почему-то его не сломали. Вот мы были в этом объекте.
Вон там войдем мы, если пойдем дальше, там как раз въезд сюда на территорию. Жадели не заходила. Это торец объекта. Вон там есть вход в него, он закрыт. Для чего-то сделан был. Посмотрим, может, что-то увидим, сориентируемся. Да, вот так и были ряд складов. Следующий там ряд был. Также там в конце холодильники были. Фотографии у нас есть. Вот видео мы не успели сделать. Вон там вход. Мы туда идем. По входу. Вот так пойдем прямо, прямо, прямо. Мы выйдем на прачечную. Новую прачечную. Вот вход. Вот, открыто. Он обнесен сеткой. Объект. Вот видно заборчик такой легкий. Сетка. Мы зашли сюда. Вход открыт. Такого входа, конечно, не было. Это уже тут приделали эти блоки. Двери. Открыто. Было закрыто тут все вот. Вот открывашка, закрывашка. Ну что, ох ты, мы тут ничего не увидим. Тут фонарь надо, а мы без фонаря. А это жилище мышей. А тут мышки живут. Это еще, видимо, для этой цели сделано. Это тут размещены жилища для летучих мышей. Как на них сказать? Скворечники не скажешь. Темно. Да, тут даже фонарик наш нам не поможет. Этот включил на устройство небольшой светильник. Нет. Только можем в упор смотреть, а. Вот видно, что рука у меня освещается. Далее нет. Ну, будет. К чему стремиться в следующий раз. Сделаем отдельное видео. С фонарем придем. Выключили. Не помог нам светильник. Вот эти двери приделаны. Еще горит что? Нет, не горит. А мы наверх поднимемся. Поднимемся на крышу. Сократим себе маршрут и посмотрим. Вон труба. Видна труба. Это котельная школы поваров. Вон там. В центре труба.
покидаем вход крыши. Этого объекта. Большой склад. Мы на крыше. Вот здесь вход, в который мы заглядывали. Напоминаю еще раз, вот здесь два ряда складов. Вот я зацепился где-то. Это вентиляция была. Тут покрыто это рубероид. Лежит, залит битумом. Ну, обычная практика. Вот и мы заглянули сюда. Вентиляционную систему. Элементы вентиляционной системы. Да, я говорил уже, вот там размещаются объекты автопарка войсковой части 84-565. Вот это один из складов. Мы заходили сюда. Велосипед вон там виден. Прямо этот бассейн, который мы видели, подаем в начале видео. Покидаем крышу. Вот как его видно хорошо. Пасмурно, как бы дождь не пошел. Мы тут не будем задерживаться. Будем уезжать. Покинули.